Этот коммунальный киборг исследует трубы. Он проводит фото и видеофиксацию. Благодаря ему можно обнаружить разрывы и трещины подземных труб, определить уклоны и расстояния. Робот выводит изображение инженерных сетей на специальный монитор в автомобиле и может даже разработать 3D-модели. Это оборудование было приобретено еще года 3 или 4 назад. И, к сожалению, активно не использовалось. Вот сейчас мы вот пытаемся найти максимально эффективное применение. Не то, чтобы найти, а попробовать упростить работу нашим, в частности, тепловым сетям. Такое оборудование позволяет обследовать подземные трубные коммуникации с водой, в том числе канализационные коллекторы и трубы. Но для проверки теплосетей из-за высокого давления воду перекрывают. Прежде всего, мобильная диагностическая лаборатория применяется на тяжелых инженерных развязках, как в начале улицы Пастера. Обнаружено 672 повреждения. На сегодняшний день осталось устранить 311. Небольшой коммунальный робот на четырех колесах может проникать в трубу на расстоянии до 300 метров. Следующее место исследования и раскопки – улица Мечникова. Потом, возможно, робот будет диагностировать вечно ремонтирующуюся Сидецкую. Благодаря тому, что техника обнаруживает даже микротрещины в трубе, при ремонте не нужно раскапывать большие участки дороги. Дарья Сидоровская, Алексей Чиповский, Думская ТВ.